Школьный лагерь и дворовый футбол. Лучшее времяпрепровождение для любого мальчишки жарким тюменским летом. В Гилевской роще собрали школьников со всего города, чтобы игра во дворе обрела наиболее жаркий характер. Ежегодно проводится турнир среди школьных лагерей. Много ребят участвуют, абсолютно разные команды. То есть от тех, кто никогда не играл, можно сказать, до футболистов, которые занимаются в школах спортивных. 12 команд со всего города. Около сотни юных футболистов 10-11 лет. Шансы на победу, конечно, в теории равны. Но если в твою школу на летнюю смену пришли будущие Батырева и Антошкины, то тебе явно повезло больше. Сегодня мы играли за 83-ю школу против 32-й гимназии. А вообще играю я за МФК Тюмень. Я уже очень давно занимаюсь, наверное, уже лет 5-5,5, наверное. Довольно часто, иногда 7 тренировок в неделю, когда 6, вот, когда бывают выходные, когда нет.